На Колыме в самом разгаре рыбалка на красную рыбу. Магадан уникален тем, что в пределах полутора часов отсюда можно легко добраться как до открытого моря, так и до множества разнообразных рек. Это и река Дукча, находящаяся прямо в черте города, и река Ола, и река Армань. Сейчас активно ловят горбушу. К августу она закончится и пойдет кита. В середине августа начнется кижуч. О том, где сейчас лучше всего порыбачить, когда можно и когда нельзя ловить рыбу, вечернему Магадан рассказал известный в Магадане рыбак Валерий Воробей. Сейчас сезон красной рыбы, горбуша прежде всего прет вовсю, ее очень много и на Оле, и на Дукче. Ну, самые популярные места — это, конечно, вот Дукча от устья до подвесного моста, это участок бесплатного лицензионного лова, то есть можно выловить бесплатно две горбуши в день на человека. Но это можно делать где-то четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда ловить нельзя. Вот. Второе место — это, конечно, лицензионный участок на Оле, это ниже моста. То есть очень популярный, очень много людей, очень много горбуши, ловится сейчас практически на все. По словам Валерия, на легкие снасти горбуша ловится лучше, но ими надо уметь пользоваться. Из-за этого большей популярностью пользуются снасти помощнее. Хороший подход горбуши, к сожалению, никак не связан с подходами киты и кижуча. Поэтому, если вы заинтересовались магаданской рыбалкой, откладывать удовольствие не стоит. В скором времени начнет ловиться мальма, хотя и сейчас она уже ловится вместе с горбушей. Мальму можно ловить без лицензии, при условии длины рыбы не менее 35 сантиметров.